Рязановский сельскохозяйственный техникум – учебное учреждение с большой историей. В прошлом году техникум отметил солидный юбилей. И сейчас в Рязаново продолжают следовать старым традициям качественного российского аграрного обучения. В наше время, импортозамещения, сегодня значительно возрастает роль и место аграрного образования и аграрного сектора экономики. На уровне федерации, на уровне региона очень много принимается дополнительных мер. Что касается нашего учреждения, оно старейшее в регионе. Нам 91 год. За это время более 22 тысяч специалистов подготовлено разного профиля. В Рязановском техникуме учат студентов таким специальностям, как механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация, землеустройство, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Обучение бесплатное. Я пошла сюда по совету своей сестры учиться. И сюда поступила, мне очень нравится. Время быстро буквально проходит. Я буду технологом, я буду и пирожки печь, и кондитером могу быть. Помимо учебы в техникуме организован и досуг студентов. Различные секции по интересам, большая библиотека. Физкультурные залы всегда открыты для ребят. У техникума есть и своя база для прохождения студенческой практики. Здесь можно еще получить несколько профессий: сварщик, кузнеца, токаря. Некоторые категории прав, трактором. Гусеницы, легковые машины. Всем желающим предоставляется общежитие, которое расположено вблизи от учебных корпусов. Вопрос качественного и полноценного питания студентов в Рязановском техникуме тоже решен. Вся продукция местная. На территории техникума своя пекарня, теплицы. Рязановский сельскохозяйственный техникум ждет своих студентов. Телефон приемной комиссии 966-67. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Наше время.